Когда в юности я не чувствовал себя счастливым, как раз наоборот, мне казалось, что меня никто не слушает, и никто не понимает. А сейчас я знаю, что там и тогда было счастье, а тогда я ничего не знал. Как задал, как я хотел всего попробовать, и еще мне казалось, и еще мне казалось, что я слышу, что меня зовут.